Итак, я нахожусь в торговом центре «Альфа». И что интересно для этого торгового центра, то, что здесь раньше был полупроводниковый завод «Альфа», который изготовлял полупроводниковые всевозможные приборы для всего Советского Союза. Его перестроили в торговый центр. Современный, комфортабельный. Здесь всевозможные международные сети, всем известные вот нам «Манго», там H&M я показала. Сижу, отдыхаю в торговом центре «Альфа». Вот этот магазин с таким вот названием, это обувной магазин очень большой. Вообще обувных магазинов здесь невиданное, просто невиданное число. Я сижу, отдыхаю. Около каждого эскалатора тут стоят такие кожаные диванчики. И есть интернет. Есть тут интернет и есть новости. Вот я хочу новостные порталы нажимаю. Выбираю, что я хочу. И здесь я могу смотреть новости по Риге. А новости не очень хорошие. У нас сегодня жара экстремальная. 32 градуса. Обещают смерч. Вон нарисован. Кошмар. Обещают в субботу вечером и в воскресенье вот такой вот смерч, грозу, всякие экстремальные явления, чуть ли не потоп вселенский. Град выше 5 сантиметров в диаметре, жуткие ветры, и температура, наверное, станет ниже. Сегодня 32 градуса, ощущается как 35, что для Риги является экстремальным. До моего приезда здесь была температура 23-25 градусов. Я надеюсь, что она снова будет такой. Я ведь приехала от жары отдохнуть, а не тут в жаре сидеть. Вот такие вот дела. Ну, в общем, сижу, отдыхаю в торговом центре. Посмотрите, какой страх Божий в детском магазине. Додумались же именно в детском магазине так пугать детей. Он еще и звуки издает. Кошмар. Вот есть такая машина, которая показывает, где я нахожусь. Вот я тут нажимаю. И мне показывает, что я нахожусь, оказывается, вот в этом месте. И вот что тут есть. Вот, например, есть Zara. Ну, в общем, тут разные сети, о которых вы, наверное, не знаете, может быть, даже. Вот Bershka, Pull and Bear. Что тут еще такое? Mango. Ну, и всякие сети, о которых, в общем-то, не все знают. Ну, и, конечно, тут есть еда. Ну, и есть еще второй этаж в этом торговом центре. Это ресторан Ganbei. Ресторан японской кухни. Этот ресторан находится в торговом центре «Альфа», но таких ресторанов по Риге очень много. Очень рекомендую тем, кто любит восточную кухню. Мы находимся в торговом центре «Альфа». Здесь место, где все едят, много разных точек. И вот тут есть место, которое называется «Тыкай короты», столько ложки. И там продаются только супы, все возможные. И вот мы заказали. Это суп-гуляш с картофельным пюре. И это у нас настоящая солянка. Здесь же в торговом центре «Альфа» находится продуктовый супермаркет. Ну, не только продуктовый, здесь можно купить все. Называется «Рими». Это большая сеть продуктовых, опять говорю, продуктовых супермаркетов, которые по всему городу разбросаны. Но это, по-моему, самый большой. Выбор огромный. Очень рекомендую. Я считаю, что это самая лучшая сеть, которая есть в Риге. Это в магазине «Рими» необыкновенные, совершенно необыкновенные пирожки, которые пекут здесь на месте. Множество сортов, с чем только нет. Пирожки и пироги. Тут рыбный отдел. Копченая рыба. Отдел кулинарии. Салаты. Здесь очень вкусный салат оливье. Причем разных вкусов, с разными добавками. Винегреты, ну, любой салат, какой хотите. Ну, мы взяли просто сырный салат. Овощной отдел, молочный пойдем.